Здравствуйте, меня зовут Михаил Сергеевич. Сегодня мы будем делать скворечник. Нам для этого понадобятся заготовки, которые лежат на столе. Вот мы обработали доски морилкой с обоих сторон. Вот мы приступаем к сборке скворечника на задние стенки. Прикручиваем боковые стенки. Мы сейчас будем прикручивать литок. Прикручиваем ветку, чтобы чишки по ней лазали. Вот эта ветка будет служить чишкам, чтобы покинуть домик. Ну вот, вот так. Прикручиваем переднюю стенку. Мы ставили два болта для крепления шест. Длина скворечника 15. Сейчас мы будем собирать крышу. Заключительный этап сборки крыши. Скворечник готов. С вами был Михаил Сергеевич. Пока!